разлетались тут. Что ж такое-то? Знаете, что я думаю? Это звуки, наверное, с завода. У нас есть завод, который конструируют движки для самолетов, по-моему, если ничего не путаю. И вот это, наверное, пробы. Ну, что-то как-то так. Второй день гудят. Да, кто-то может сказать и обязательно напишет мне об этом, что это просто самолетики взлетают. Нет, у нас обычно их не слышно, потому что аэропорт далеко от нас, а завод по производству движков, по-моему, или турбин, если я не ошибаюсь, он буквально через мост вот от нас. Была я в галерее Чижова, вообще так пробегала случайно, потому что была поблизости и забирала заказ. В общем, подбегает ко мне молодой человек, я его не знаю, и просит очень назойливо поиграть с ним в игру в крестики-нолики, но при двух условиях. Если я выигрываю, то он меня целует. Вернее, если я проигрываю, он меня целует. Если я выигрываю, я не дослушала, что. Наверное, какие-нибудь деньги, 1000 рублей какая-нибудь. Ну, короче, просто мне такого счастья не нужно. Если бы, может, я была бы одинокой, то тогда да. Но нет, это не для меня. Даже если моего парня рядом нет, даже если он, может быть, об этом и не узнает, я не хочу. Я хочу, чтобы моя совесть была чиста. По поводу больницы. Короче, это капец какой-то. Я пришла, забыла полис. Не то, что даже забыла, я его с собой не брала специально, потому что в тот раз, когда я, в общем, делала все эти дела, я съездила, сделала платный снимок. Я не назначала потом время, я приехала в то время, в которое я могла, и зашла я без талона, без очереди, без ничего. Просто не было людей, и зашла я на два слова буквально. В этот раз я пришла, сидит другой хирург, нет людей. Она меня не приняла, сказала, идите за талоном. Я говорю, мне пару слов просто спросить, мне нужно проконсультироваться по поводу физиотерапии. И она меня все равно послала за талоном. Короче, я в шоке. Подхожу к регистратуре и говорю, можно ли взять талон, но понимаю, что у меня нет полиса. И она с таким возмущением, типа, куда вы шли, что вы от нас хотите, о чем вы думали, где ваш полис? Я говорю, девушка, мне просто узнать два слова, говорю, блин, у врача, и обязательно мне нужно оставить очередь, обязательно мне нужно вот заморачиваться по поводу этого всего. Она, чего вы так, типа, вспылили? Я говорю, девушка, я не вспылила, я просто в замешательстве, говорю, вот и все. Взяла у меня документы, паспорт, пробила мне чисто по моим данным талон на 5 часов на сегодня. Еще мне нужно сбегать сейчас за бассейн узнать. Нашла здесь рядом с нами бассейн, почасовая оплата. В общем, нам это выгодно, без пропусков всяких, без всякого геморроя, короче. У нас сегодня так жарко. Ой, ну я довольствуюсь этим. Я как всегда. Зачем люди пакеты придумали? Да ну, это не про меня. Только что почитала комментарии к новому ролику, который называется «В активном поиске». Люди пропускают именно важную информацию мимо ушей. Пропускают, наверное, мимо ушей информацию нужную, самую вот нужную, что ни на есть, вот конкретно, вот конкретно сказано. Вот это нужно принять просто, а не противоречить какие-то свои там домыслы. Нет, вот прими это так, что действительно так и есть. Но люди не принимают, потому что пытаются противиться этому, либо еще не дошли до этого. Вот и все. Люди просто, которые, ну, не принимают правду. Да, я уже говорила о том, что все, о чем я рассуждаю, я беру лично из своего опыта,
из своих наблюдений каких-то. И не нужно считать, что вот вы умнее других. Нет. Конечно, высказываю свое мнение, но я не считаю, что люди другие, они ничего не знают. Нет. Да, на данную тему можно рассуждать долго и нудно. Куча разных мелких моментов, от которых может зависеть какой-то результат, да, именно плохой либо хороший. Но я в данном ролике говорила не о каком-то конкретном результате. Я просто сказала, почему получается так, что мужчины выбирают сами, да, свою дорогу, а потом просто жалуются, что женщины плохие. Понимаете, вот ты один раз выбрал красотку, она тебе наплевала в душу, и ты пошел дальше по своему пути, да, нашел новую красотку, она снова наплевала тебе в душу, и ты идешь снова дальше. Кто там что увидел, знаете, это у каждого свое какое-то мировоззрение. То, что вы увидели, это то, чем вы сейчас живете. Вот я вам так хочу сказать, потому что я вижу, и чем я сейчас живу, я объяснила, в видео передала свои мысли. То, что я прожила за все это время, это было как с друзьями, так со знакомыми, так и со мной. Я не спорю, глупо, конечно, учить ученых уже людей, да, мудрых людей, но, блин, почитав то, что мне пишут, я просто понимаю, что не в обиду будет сказано, что мудрых людей вообще по пальцам пересчитать. Именно действительно знающих, именно действительно тех людей, которых жизнь чему-то научила. Также мне написали по поводу женщин. Почему ты о женщинах ничего не говоришь, только о мужиках постоянно? Ну, блин, меня мужики постоянно смотрят. 80% мужчин меня смотрят. Как вы думаете, о чем я должна снимать? Кому я должна обращаться? И да, о женщинах у меня тоже есть некоторые ролики, так что вы можете спокойно полистать плейлисты, либо просто видео и посмотреть. Но рассуждение — это просто рассуждение, и это не из пустого места и не в пустоту. Это, знаете, посыл, может быть, до кого-нибудь дойдет, вот так вот. Когда ты говоришь человеку, который понимает что-то в этой жизни, он действительно слушает тебя и понимает, что, блин, наверное, отчасти так и есть. Я не говорю сейчас, что я всегда права, нет, просто я же не глупую вещь сказала, правильно? Я же не просто сказала, все мужики козлы, и все, и выключила камеру. Задумайтесь, просто у людей рвутся пуканы, потому что я задела кого-то. И, опять же, наталкивает на мысли, да? Задумайтесь, все-таки задумайтесь. Ну не просто же так, да, пукан взорвало. В общем, я решила, что не буду пока делать операцию. Пока попробую физиотерапию. Операцию, в принципе, успеть можно всегда сделать. Сходила сегодня к физиотерапевту. Она мне прописала лучевую процедуру и гимнастику. Она как бы не прописывала, но я за гимнастику слышала, поэтому спросила у нее. Она мне сказала кабинет, и вот, в общем, написала графики, как работают, что, как, куда, и буду, в общем, ходить и это все делать. Вот там вот разорались какие-то птички, но на голуби не похоже. Только что так орали, ужас, бешеные. А у нас погодка. Хотя утром было пасмурно. Но сейчас не так поздно еще. Где-то еще 9, наверное, нету. Это сороки так орали или вороны? Вот, слышите? Галдят. У нас сегодня утром, хоть и светит солнце, но довольно-таки прохладный ветер. Я, как обычно, по больницам. Как оказалось, мне еще нужно в больницу. Короче, попутала время. В общем, несусь в следующую. Прошла процедуру. Такая процедура, лежишь и нифига не делаешь. Поставили луч на косточку. И что-то там происходит.
И все. Еще осталось ходить на гимнастику попозже. И на сегодня все. Смотрите, какая красота. Вторая неделя. Не попала я к врачу. Короче, туда нужно направление на гимнастику. А врач не работает до 30 числа. Ю-ху, круто! Ну, ничего страшного. Почитаю что-нибудь в интернете на эту тему. Ой, у нас сегодня такая жара. Прям на речечку уже хочется. Сейчас иду снова в больницу. У меня сегодня утром процедуры, и в обед я иду в женскую консультацию. Но перед этим хочу сказать всем спасибо за поддержку. Я вообще не для этого как бы снимаю это, просто как бы показать, да, что и как у нас вообще обстоят дела с больницами, с врачами и все в таком духе, чтобы люди просто знали. Но оказалось, что некоторым людям не безразлично, и некоторые даже предложили свою помощь. Кто-то даже номер телефона там оставил какого-то врача. Я вообще очень благодарна. Надеюсь, что все в скором времени разрулится с моим копчиком. Короче, на процедуру я опоздала, потому что у меня в графике написано до 1:30 работают. Но мне врач сказала, до 11 это процедура. Теперь буду где-нибудь тусить все это время. Меня, кстати, там спрашивали по поводу женской консультации, почему нельзя позвонить к врачу и записаться. Потому что врач участковый — это не именно какой-то конкретный врач, который меня именно только ведет и все. Есть интернет-запись, но она не работает. Сколько бы я ни пыталась записаться, невозможно. Кнопочка не работает. На какое бы время я не нажимала, не работает, вот просто пишет, уже занято время, и все как бы. Хотя время не занято, именно день даже не занят. В общем, у них для этого и созданы эти списки. Ты приходишь, стоит такой столик в прихожей больницы, на каждого врача своя папочка, в каждой папочке есть листочек с датами, и ты записываешься на ту дату, на какую тебе ближайшую угодно или какое время тебе больше всего подходит. Короче, все, мне кажется, для этого и создано, чтобы кто раньше встал, кто приехал, тот успел записаться тогда, когда ему нужно. Потому что списки заканчиваются очень быстро. А сейчас, так как я лоханулась немного с процедурой, в общем, мне где-то час, а то и полтора нужно шариться. Ну, я особо не жалуюсь, как бы, в принципе, жарко, я уже вся мокрая, но, блин, на улице так хорошо, что я не знаю, я лучше где-нибудь пошарюсь, чем буду, не знаю, сидеть дома, наверное. Не хочется в последнее время вообще зависать дома. Не хочу. Начинаются какие-то всякие мысли лезть в голову, в общем, ну его нафиг. Мы, кстати, нашли бассейн, который мы будем, не знаю, постоянно, не постоянно посещать, ну, короче, будем. Но бассейн нам очень понравился. Он находится, кстати, возле строительного университета по 20 лет октября. Короче, это, по-моему, даже бассейн от университета идет или для университета. Я, короче, что-то не в курсе, но он называется так же, как и сам университет. ВГСАУ, по-моему, как-то так, короче, не буду точно говорить. В общем, бассейн нам очень понравился, мы в восторге были, и, блин, не знаю, мы 45 минут там провели с большим удовольствием. А самое странное, что правила вот этих вот бассейнов, если ты хочешь абонемент, то нужно пройти врачей, прийти со справкой, соответственно, купить абонемент и ходить там сколько ты хочешь, короче, смотря на сколько ты возьмешь абонемент. Но нужна справка. Если ты приходишь просто единоразово, как бы ты платишь 250 рублей за 45 минут, но без справки. Как бы приходите, нам приносите заразу, как бы мы всегда рады, или наоборот, заражайтесь тут, и мы тоже рады. Ну, я не знаю, как-то. Я понимаю, что это так положено, наверное, но как-то это все сомнительно.
Ну, а вдруг мы больны или кто-то другой болен? Как-то так. К мамологу просто так не попасть. Нужно делать УЗИ, а потом только к нему на прием записываться. А у гинеколога все норм. Я сегодня везде пешком хожу. Прям намотала такие круги. Должна скинуть, ой, как много килограмм. Я на это надеюсь. Выложила новый видос. Боже, сколько людей некурящих смотрит мои ролики. Начните уже курить. А тут вот такое растение. Кто знает, что это за цветочки? А то все их фоткают, снимают и фоткаются с ними. Может, я чего-то не знаю? Слышно, как там гуляют. Все, концерт окончен.